Всем привет, ребят, с вами Гаро. Да, испугались? Скиф, можешь уже говорить. Скиф, расскажи, что у нас была за картинка? Почему? Привет. Да. Картинка? Да была просто картинка в тему музыки. В общем, я так думаю, что прослушав эту мелодию, ну, и посмотрев на эту картинку, люди не будут нас хейтить, они станут кроткими, смиренными, будут нас слушать, а мы будем вещать и нести свой голос, глаз в народ. Итак, да. У нас сегодня подкаст. Подкаст первый из подкастов, посвященных классам Black Desert. Это подкаст, посвященный Warrior. Скиф заготовил целый ряд вопросов по этому классу. Я им играл немного, так немножко погонял. Мы на 50-м левеле, конечно же, у меня был этот персонаж. Многие его видели на ФФ-тесте. В общем, кое-что я о нем знаю. Конечно, далеко не все, и не могу считать себя экспертом в игре этим классом. Но для людей, которые вообще не играли в Black Desert, я уверен, что смогу рассказать кое-что интересное. Окей, Скиф, давай начнем. Варьор, кому, значит, какому типу игроку будет максимально комфортно играть этим классом? Какой сложный вопрос. Какому типу, да, вот кто вот? Какие типы есть? Ну, допустим, есть люди, которые любят играть только магами, это понятно. Там, ну, им ближе архетип магов, архетип лучника. Например, если ты хочешь быть дэмэдж-дилером, соло нагибать. Ну, скорее, это класс больше подойдет игрокам, которые все-таки любят танк. Потому что, несмотря на то, что в Black Desert, в принципе, есть некие такие узкие места с тем, что танковать не очень получается. То есть, именно мобов. Этот класс подойдет именно людям, которые любят играть танками. Прежде всего им, потому что особым дамагом он похвастаться не может, но в то же время это единственный класс, который может своим телом буквально и щитом защищать других персонажей. И в то же время у него достаточно много различных контролей. Телом и щитом это не просто как-то такой красивый оборот, да? Это да, действительно... это буквально. Это буквально. То есть, ну, ты согласен, что определенные, как бы... Люди с определенным, там, так скажем, складом, я не знаю, ума играют или предпочитают играть танками, или там, например, ответственностью. Это как хиллеры и танки. Это вот отдельная, как бы, каста игроков. Так, ладно, хорошо. Общая сложность каста, сложность комбо, много ли перков? Такой вопрос. Ну, на как самом он? Деле перков много. Перков много у любого класса, это факт. Warrior, я бы не сказал, что он сильно сложный в плане комбинаций. То есть та же сорка или таймер или лучница, на самом деле они несколько посложнее будут. Там надо побыстрее по клавиатуре. Не, ну мы давай не будем отходить от Warrior. Да, мы будем, я именно, просто да. говорю, то, что по клавиатуре надо побыстрее долбить. Okay. Warrior сложен прежде всего в плане позиционирования. Если другие классы, позиционирование это для них, чтобы не получать урон, то Warrior, это, как ты правильно заметил, это другой тип мышления. Он иначе смотрит на поле боя, он старается занимать позицию между своими ДД и между вражескими, да, прикрываясь щитом своих и мешая вражеским наносить вообще какой-либо урон. То есть у Warrior основная, так скажем, проблема и вообще именно в этом сложность, это постоянно следить, так скажем, за всем полем боя, за всем уследить, за всеми дамагами, откуда они приходят, вовремя подставлять щит, потому что быстрее всего, к тому же, энергия на умение варьера регенится, если его бьют в этот щит. То есть она регенится, конечно, и просто от ударов, как у какого-нибудь там, не знаю, таймера или гиганта, или лучницы, да, когда они просто наносят урон, там тоже энергия регенится, но больше всего регенится, если ему в щит бьют. То есть вся суть Warrior это постоянно подставлять этот щит вовремя, блокировать наиболее сильные атаки оппонента. То есть это именно постоянная работа через блок. В этом его сложность. То есть это класс, который должен знать хорошо другие классы оппонента, да, то есть классы, которые, против которых он сражается, чтобы знать, какие умения они будут применять и что именно надо блокировать. Понятно, что не стоит тратить там стамину на блок обычных умений, а вот подставить щит там под какой-нибудь пулемет лучника очень будет даже здраво. Так, статы, количество ХП, бонусы расы, уникальные способности. Есть у него какие-то там? Ходить по воде, я не знаю. Ну, уникальные способности, это, наверное, можно назвать именно щит. Это вот эта вот Q-шка его. Q-шка, это имеется в виду, что он на кнопку Q или не краткая, да, она применяется.
Это его уникальная, так скажем, фишка. Касательно ХП, он идет на втором месте в игре. То есть первое место все-таки наибольшее количество ХП у нас у гиганта. На втором месте идет Вариор. Показатели брони у него достаточно высокие. В игре, из-за чего высокие, сейчас объясню. В игре реализовано так, что у каждого класса есть два типа оружия. Лучник это лук и кинжал, там у сорки талисманы, ее, не знаю, там перчатка такая своеобразная, которая на руку одевает. У гиганта это его топоры плюс кисточка. И вот у вариора, у гиганта тоже это есть такая вариация, но она как-то послабее смотрится. В общем, у вариора это щит. Он дополнительное оружие, у него считается щит, и этот щит дает армор. Причем дает достаточно значительную прибавку армора. Поэтому, как правило, у варьеров наибольшее значение армора. Показатели брони. Если говорить о переносимом весе, тоже немаловажный на самом деле фактор в игре, он идет также на втором месте после гиганта по переносимому весу. Слушай, такой вопрос. А всегда ли Варриор ходит со щитом? Может ли он использовать двуручный Всегда, меч? всегда, не может То есть у ничего. него Это сворд закреплено. меч? Да, сворд и О, меч. печально. Слушай, а получается, что тогда все классы, например, за гигант не может бегать с двуручком, он только... Нет, 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 все классы привязаны строго к своему типу оружия. Оружия. Печалька. Так, хорошо. А комбо у него сложный? Комбо, я же говорил, как таковые комбо у него не особо сложные, у него есть несколько комбинаций умений, но они выполняются не так тяжело, и вообще сами скиллы там, вроде нажми назад правую кнопку через Shift. Там, ну, не так все это сложно, но есть некоторые умения, которые у него наносят относительно высокий урон, это вроде каунтер-атаки, но больше они связаны с правильным временем применения этой комбинации. То есть тебе там надо именно каунтер-атаку сделать или ударить после блока щитом. Ну, то есть нет, комбо у него не такие сложные. У него Ну хорошо. сложность именно со щитом. Все Ну связано. понятно. То есть контролить в основном как бы Да, вот у это него вот все. достаточно много Следить. контролей. Он очень хорошо помогает убивать другие классы. То есть, да, вот, например, Вариор, ну, тяжело ему Ну убить. это мы сейчас ты вперед Да. забегаешь. Я тебя обязательно это спрошу. Значит, тезисно ответь мне сразу, что приходит сразу первое, что приходит в голову. Плюсы и минусы класса. Плюсы класса какие? Плюсы – это невероятная живучесть, это тупая консервная банка, которую хрен убьешь. Второй момент – это она сама никого не убьет. То есть ее Это уже убить не могут, и она убить не может. Не, ну в теории там, конечно, это при прочих равных речь идет, когда проточка есть у обоих персонажей примерно равная, тогда и очень тяжело его заковырять и эквип. Потом, что еще приходит на ум? Варьор – это контроль, невероятный контроль. Варьор как это он? Давай, хорошо. как он реализован рассказать? Ну, просто что у него есть? У него есть Ну, бум например, какой-то, там, джамп, банально, там. нет, банально схватить персонажа другого. Он Ну, вот это надо на, добежать до него. да, но у Варьор есть несколько чарджей для этого, то есть А, он вот прям, чарджи есть еще, да, отлично. он прям То есть чардж, потом впиливается, контроль, да. отлично. Хорошо. Плюсы что еще? Еще это Красиво. сразу что приходит на ум, как говорят, Варьор это стена щитов. Это игра через тактику. Это Warrior во многом делают тактику Black Desert на масс-замесах, да, то есть поставить, корейцы неоднократно это применяли, мы не раз это видели в PvP, когда Warrior стоят рядом и ставят какую-никакую стену щитов. Понятно, что хитбокс не работает там идеально, да, то есть какая-то зона поражения есть при стрельбе с рейнджи, но хитбоксы щита, как бы объяснить, вам не надо там эти щиты вплотную сдвигать, как в реальности, чтобы там стрела не проскользнула между ними. Нет, достаточно поставить относительно рядом этих варьеров, чтобы они подняли свои щиты, и все, никакая стрела, там молния уже не залетит в ребят сзади. А большой хитбокс там, например, над Достаточно головой у него большой. сколько? Над головой, если еще голова будет, Да, или еще больше даже еще даже. больше? Выше дать, я не видел, чтобы выше можно было дать. То есть варьер у него, при этом у него еще и, знаешь, такой идет как не узконаправленный, да, от этого, от щита расходится, а чуть в стороны, как бы, знаешь, перед ним градусов, ну, не 180, но где-то 130, Слушай, 120. он на лошади не может использовать этот щит? Нет, нет, по-моему, нет. Жаль, можно было на уши залезть еще и этот. Понятно. А минусы тогда сразу что приходят? Ну, минусы, в принципе, Ну, зеркально. минусы не самая интересная игра, я бы сказал, за Да, него, да. потому что я сам на осаде играл за Варьор, стоял в этой стене щитов, на втором ЗБТ, как Но корейцы вот ГМ может играть им? Что? Идеальный класс для ГМа.
Для ГМа, да, это очень живучий персонаж. Это хорошо То для есть, него чтобы видеть, подойдет. как мониторить все, не лезть вперед, но видеть. Я не знаю, насколько вообще игроки смогут реализовать как бы этот класс, но корейцы пытались это делать, у них это получалось, то есть, когда вот именно ворота ломали, они неоднократно ставили стену этих щитов. В чистом поле я редко это встречал, но тоже пытались это делать. То есть, это именно класс, который наиболее взаимодействует с другими персонажами. То есть именно он делает. Если сорки, гиганты, там таймер, они могут вообще творить что угодно на поле боя, носиться, бить и аннигилировать, то вот варьор, они должны действовать как-то сообща и вместе, да? То есть выстраивая эту стену щитов, чтобы свои игроки за ней там Ну, прятались, короче, это не отвечивались. соло, не для соло игры, то есть Нет, это вообще. точно не для соло Понятно. Ну, игры. их на хай левеле, я не знаю, там капы Нет, нет, но они тем не менее, есть. их, наверное, не так много, как Не так много, как ДД-классов, конечно. самое будет. Ну, надо что-то им делать, чтобы они... Зато они, блин, красивые, зараза, у них броники такие. Ну, как бы Варриор заточен, если говорить про точку, в игре очень сильно решает про точка. То есть заточенный Варриор это еще консервная банка с уроном. Причем консервность ее повышается геометрической прогрессией при заточке. И урон кое-какой появляется. Урон имеется в виду то, что он может прийти там, что, 5 лучниц. Пошли вон отсюда. Просто взять и в соло их раскидать. Вот, и ты вот мы Если они плавно под... меньше заточены. Да, смотри, мы плавно подходим как раз к вопросу, а кто опасен классу Warrior и почему в Я бы PvP сказал, что и в PvE? классу Варьор опасны магички с лучницами не так опасны. Вообще у Варьора раньше, я сейчас вот, к сожалению, на ОБТ я не играл Варьором. Я докачал гиганта до 50-го, сейчас у меня таймер там 40-й, 40+, сейчас Но 50 докачиваю это его. не кап, это ты просто Ну, виртуальный кап. 50-й, да, По взял, привычке, короче. да. Варьор я вот не брал. Но раньше у Варьора, я не уверен, что она сейчас просто осталась, у нее была пассивка защита от стрел. То есть... Насколько? Не на 100%, я надеюсь. Нет, не на 100, но достаточно значительно. То есть, в принципе, он очень хорошо защищался от Только рейндж. корейцам. Там, по-моему, даже не только от стрел, там вообще защита от рейндж атак. То Красота. есть, Варриор, в принципе, он достаточно хорошо себя чувствует против того, что я видел. Я не говорю, что это 100%, потому что сейчас уверен, многие скажут, а вот я своей магичкой этого Варриора там трудом труба шатал, Они не калитка скажут, хлопал. они музыку слушали вначале, Да. все. В общем, суть в том, что с магичками и лучницами, когда я им играл, было как-то попроще. На самом деле попроще, потому что щит позволяет блокировать достаточно сильно их умения. А переход в ближний бой, ну, ты начинаешь их контролить. У них начинаются проблемы небольшие после этого. А вот с гигантом все как-то очень сложно. Девчонки грустнеют, ну. Да, потому что лучницы и магички, они все-таки относительно тонкие персонажи, да, и по броне, и по И, наверное, ХП. таймер, И таймер, таймер, конечно же. бестмастер, бестмастер. Бистмастер. Ну, А бистмастер вот сейчас его... немножко поломанный, поэтому не будем Ну говорить да, о а нем. ну Пет, его может как бы загрызть тогда? Вот смотри, получается, что Пет и бестмастер с своим Петом, они же могут, в принципе, составить какую-то проблему для этого. Конечно, могут. Это То есть, безусловно. это Но гемоглоб... Пета проблема, смотри, в чем. Мы не знаем пока, как работает дэмэдж Пета. Он там на самом скилле ничего не написано про то, что он как-либо скалируется от урона самого персонажа. То есть, скорее всего, у него какой-то есть урон фиксированный, да? А То есть, дебафа нет никакого? нет, у него там нет дебафа. У него применяет он некоторые умения, некоторые АОЕ умения, то есть у него есть у Пэта всякие плюшечки. Но сам по себе урон Пета, он походу фиксированный. Ну понятно, хорошо, давай не Это будем сейчас плохо. уходить от этого. Поэтому, то есть, при дальнейшем развитии игры Ага. и заточке, урон-то у него останется такой же. Так вот, если говорить о Варьоре, то гигант ему Гигант. реально создает проблему, потому что гигант не меньше всяких скиллов, за которыми может схватить этого Варьора. Он наносит очень неприятный урон, когда Но он будет крутится вокруг. все в ХП уходить, в принципе, броня, потом ХП все это сносить очень Да. долго. То есть и к тому же гигант это просто настолько толстый еще скотина по ХП и по броне он может не уступать в чем-то Варьору, что Варьор его, и Варьор очень тяжело заковырять его. Ну просто у него тупо не хватит дамага, и Да, все. Он скорее всего. перетерпит, и он... понятно, короче. Но я думаю, что... И этот, как его, гигант с варьером, они не будут, гигант плюнет, скорее он сорку убьет, побежит убивать, искать, чем с варьером драться, потому что это долго, неинтересно, Но вообще у Варьора все прогнозируемо. равно, несмотря на чарджи, у него все равно возникают достаточно большие проблемы. Но это мы судим по своим корейскому опыту. Во многом даже. Потому что, ну, реально, проблемы иногда возникают именно с лучницами и сорками из-за их мобильности. То есть,
Но даже ты можешь в них влететь, там, например, взять какие-нибудь скиллы, прожать контроля, да, повалить ее на землю, что-то там попинать. Но она возьмет, встанет на ноги, извини, отблинкуется от тебя за секунду. У тебя скиллы там в откате, энергии, например, на них нету, или еще что-то в этом духе. Она отлечится буквально за 10 секунд и вернется к тебе и опять начнет тебя колупать, 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 колупать. Понятно. Достаточно тяжело. Доля танков. Хорошо, хорошо. ПВЕ. Он может... ПВЕ! Есть, смотри, я тебя сейчас сориентирую. Есть ли в игре, ну, типа, как элитки, я не знаю, как World of Warcraft, там, элитные мобы? Есть Ну, то есть... достаточно тяжелые мобы. Пробовали мы на них Вариора на Как он? самом деле. Ну, нормально, вполне. Вариор вообще интересен в ПВЕ. У него нет такого АУЕ дэмэджа, как А у... таунт-то у него есть? Но таунт он вроде как есть, а вроде как и нету. Если просто у него нет таунтов, тогда он как бы интересно, тогда он не может быть танком. Ну да. То есть как-то вот этот момент. Ну, ПВЕ, оно в корейской Да. ПВЕ, это Но оно всегда. всегда какой-то такой Да. полуполоманный, не поймешь, что там творится. Вроде он есть, этот таунт, он там мечом по щиту бьет, вроде мобы должны приходить, а на деле, ну, побил, ну, побежали у него мобы, лучник выстрелил на лучник, побежали. Что дальше? Перехилили, перехилили, передамажили, понятно. Да. Хорошо, то есть ПВЕ, он как он чемпионов там элиток убивает один? Да, вполне себе справляется. Вообще, это именно как он их не дамагом убивает, там каким-то колоссальным, как гигант или еще другие классы. Он их переживает тупо. Очень интересный момент, то что Вариора достаточно легко, даже при не сильно огромной заточке, но в принципе я вводил, что он на 50-х мобах, там в замке Велии, не самые сложные мобы, прямо скажем. Но суть в том, что я вполне себе спокойно качался, вообще не тратя банок. На них и на других мобах. За счет того, что я поймал на скиллы, на определенные умения, которыми я пользовался, я поймал умение от хила, а броня у меня была настолько высокая, что в Что значит принципе поймал умение в этот хило? это система эвейкинга, пробуждения. Когда скиллы, ты улучшаешь скиллы, там рандомные эффекты даются, и вот на некоторые скиллы я там поймал умение от хила, у меня сейчас на гиганте такое, на вихре, например. То есть ты банально лечишься, и это позволяет, знаешь, очень так удачно фармить, потому что брони до жопы, тебя практически не А пробивают, как он, а с каким процентом отхиливает этот сто твой процентов. прок? Это 100%? И сколько как может прокнуть вообще в любой момент? Он всегда пробкает. То есть я каждый удар он там лечусь. Ни хрена себе. Это... А у гиганта, например, у меня было очень прикольное умение. Есть было в свое время умение вихрь. Оно тратит маны, практически всю энергию гиганта, когда применяешь. Но я поймал на него умение, что он регенит МП за каждый нанесенный удар этим умением. То есть я в толпу врубаюсь, трачу всю энергию на его применение. То есть кручусь, кручусь, у меня вся энергия бжу, моментально восстанавливается назад, и я могу тут же его еще раз применять. Сейчас я А на это... него отхил поймал, тоже очень приятно. А стакаться они могут? Ну ладно, это тоже другой вопрос, это Стакаться другие не подкасты, особо. другая тема. Хотел что-то спросить по этому поводу. А, ну это касается и в ПВЕ, и в ПВП работает, правильно? Да. Офигеть. Так, ладно, тогда Ну, еще там не вопрос. такой значительный отхил, я сразу скажу, там очень незначительный отхил. Просто тут именно из-за чего я это привел в пример, потому что Вариор, он реально очень мало урона получал у меня, когда был заточен. Я там стоял, то есть там настолько маленький урон, что вот этого отхила более чем достаточно было. Ну ладно, хорошо. Значит, легко ли найти пати ему? Я бы не сказал. Нет. Тут вообще пати как-то не очень неохотно берут игроки, потому что даже на самых прикольных мобах они любят Ну, потому что игра зачастую про клан. качаться соло. Ну, да. То есть соло качаются люди. Да. Ну, Ну а Варьор, ну как-то это фармит. фармит. И Фармит соло. качаются, и фармят соло, и все что угодно делают. Ну потому что как-то особого смысла нахождения другого игрока в пати нету. Ну реально нет. То есть, окей, ты берешь второго, вы что, мобов вдвоем будете больше убивать? Нет, не будете. То есть ты будешь убивать, грубо говоря, 70% мобов, Warrior 30, а то и меньше. То есть Опять-таки. пати очень странно, это как бы не, но ты будешь Не, ну у вынужден. нас были там варианты, мы что-то как-то пытались примоститься еще на одном из тестов, по-моему, на третьем. Когда там Warrior бегал, нам собирал мобов просто в кучу. То есть он бегает там по локации, собирает, а мы лучниками лениво нажимаем там скилл и левую кнопку мыши, чтобы всех убить. То есть, ну такое тоже было, но на самом деле это просто ленивость жопы, и это лучник можешь сам делать спокойно. Понятно. Но тем не менее, Warrior нужен будет нам. Вот Блин, ну. варьор нужнее в PvP.
одни Вот, стороны. это мы забегаем дальше. Хорошо, ну вот подытожь тогда у меня 6-7 вопрос, это роль в группе Вариора, то есть, ну, подытожь чисто вот, Не знаю, честно, скиф. не знаешь, да, непонятный зверь. Непонятный зверь абсолютно. То есть он как-то... Ну, если бы мог именно таунтом держать монстра, босса на себе, ну, не держит. Ну Как не да, если держали, таунта так нет, и не держат. тогда, конечно, поломанности. Хотя, может быть, где-то в других играх, но в классическом вое World of Warcraft там таунт, не знаю, по крайней мере, как сейчас, но раньше там таунты это Но было все. таунты, они там либо повышают Таунты уровень резист. агрессии до максимального, либо моб гарантированно тебя атакует какое-то время, ты его спамишь Ну постоянно. да, А конечно. тут, ну, ты тупо его вроде сагрил, да, его тут же ударили, и все, он тут же переагрился. А урона ты не можешь достаточно нести, чтобы он на тебе сидел. Понятно. Хорошо. Тогда рейд. Рейда нет в игре. Но его как бы нет фактически, но то есть ну, люди-то будут собираться в рейды как-то там. Ну, как, игрой это никак не обусловлено. То есть, ну, в принципе, корейцы экспериментировали, в частности, с этими танками. Но это работает, сразу скажем, не на всех далеко боссах. На некоторых только работало. Они запирали боссов щитами. Это работало. Как это выглядит? Стоят варьоры, окружают босса, вот этим, подняв щит. И, грубо говоря, вот так сдвигают стеночку, чтобы босс никак не мог выбраться из их стены щитов. А остальные рейндж-классы стоят издалека и расстреливают его. То есть, ну, Очень так интересно. это чудно выглядело. Такой Ну способ ладно, еще не релиз, танкования. хорошо, не релиз, ладно, Обычно будем смотреть. боссов валят тупо. Просто напали Ну, все и в бьем его. корейских МРПГ всегда так. Там не тактика в основном, а в основном количество, зергуют. В Европе там, скорее всего, будут скрипты, чтобы там было красиво все, сложно, вот. Но в Ну, Корее, это честно, по крайней мере, мне корейцы так что-то очень показалось. странное делают, потому что обычно все-таки у них, ну, в Lineage был танк, да, то есть были скиллы агро, они всегда работали, то есть был толстый танк, который вот стоят и хилит 100-500 хилов, а он стоит один такой, чушь агро. Слушай, а может быть тогда просто она, я возвращаюсь к своей старой мысли, Black Desert просто не PvE игра? Ну да, То есть, отстойник. если этого нету, тогда Но получается, тут что... и хила-то нету, то есть как бы нет смысла-то на Да. одного танка агрить там самого супер эпик босса, потому что, ну... Да, то есть это просто тупо не PvE игра. Хорошо. Но у меня на самом деле много очень вопросов, потому что я задаю как бы от лица, ну, новичков там, да, людей, которые не знают и которые эти вопросы хотят задать. Значит, мы с тобой обсудили, как он соло, кто ему опасен, легко ли он найти пати, роль в группе, роль в рейде. Ну, видишь, мы сейчас вот подошли к тому, что это не ПВЕ игра, в принципе, но у меня вопрос, идеальная ПВЕ пати вообще в общем смысле, как Идеальная бы, ПВЕ пати на да, текущий момент таймер и гигант. ну что, давай Вдвоем. тогда возьмем не Давай для объясню фана, почему. Таймер ну. всех убивает, гигант бегает в костюме на переносимый вес и все яростно лутает. Потому что таймер убивает так быстро мобов и такими толпами, что один он лутать тупо не Ну, это успевает. ясно, что это будет пофиксено же, пару хотфиксов и нерф, знаешь, нерфануть могут так, что Ну потом, да. вот. Я бы хотел просто, допустим, ситуация, ну вот, я просто не знаю, 50 уровень, ну, 60, 69 уровень мы все, да, вот, и стоит какой-то вели какого-то дракона, Ну, вот. допустим. Что мы, как мы будем формировать группу на него? Ну, Допустим, плевать учитывая, что у абсолютно. него, нет, ну что у него какое-нибудь жесткое УЕ на Fire, да, там, которое волнами бьет по 360 градусов, и он суммонит адов, допустим. Да, скиф абсолютно без разницы. К сожалению. Потому что пати ничего не дает в игре. То есть нахождение в одной пати игрокам не дает ничего. Кроме того, что Не, ты ну... видишь сопартийца на мини-пати. То есть, ну какая разница, будешь ты в пати или будешь ты без пати? Ну, Вот ты если ты увидишь, что у твоей там... магички падают хп. Ну окей, а чем ты ей поможешь? Ну, щит поставлю, то есть там какие-то Ну, вещи. а так ты его не будешь ставить. Не, ну, и Какая допустим... разница, это Нет, твоя смотри. магичка из твоей пати или из другой? Ты А ее вот здесь просто большая видишь. разница. Например, если ты не в пати, то у тебя на этого не будут... Есть скиллы, которые работают только в пати. Нет таких. Вот это другой вопрос. Значит, таких скиллов... Это просто не PvE игра.
Это просто PvP. Единственный смысл пати и нахождения в клане в данной игре, это то, что в пати и в клане ты не наносишь урон свой АОЕшный по своим персонажам, которые находятся с тобой в пати и в клане. Ну и удобство, собственно, нахождения на мини-карте друг друга, на большой карте и общий чатик. Но, к сожалению, из-за того, что отсутствуют хилы и как таковые бафы какие-либо на пати. То есть, ну, это как-то... Есть там кое-что, но это настолько все незначительно, что реально смысла в этом немного. Скорее Значит. танков будут, знаешь, на ПВП засовывать в одну пати, чтобы они там друг друга не теряли и рядышком бегали. Да вот Чтобы им понимаешь, удобнее было. танков-то тоже нет. Получается просто консерва, Ну, да, которая консервы. тупо воин, понимаешь, он воин, ты даже не знаю, файтер из Да. классических файтер просто какой-то. Даже не паладин, понимаешь? Да. И даже не клирик какой-то. Так, ладно, хорошо. Вот ты сейчас уловил, это именно он. Да, Он. да, да. Значит, смотри. Хорошо, как-то ты меня так расстроил. Но следующий Ну, подкаст-то я будет тебе веселее. правду Нет, рассказываю. все правильно, все правильно. Значит, смотри, тогда я тебе вернусь. Ну, у меня 10-й вопрос. Опять же, идеальная PvP-пати. То есть, вообще, в принципе, хорошо, мы поняли, что Warrior может, в принципе, поставить. Ну, допустим, вот клан из 20 там, человек пошел искать, пошел за приключениями вечером и наткнулся на такой же примейт там, из 20 человек. Допустим, я беру там, ну, не знаю, там 12 человек на 12 человек. Вот давай 5 на 5. 5 на Классически возьмем 5. пати, 5 на 5. Как должна выглядеть пресетап, на твой взгляд? Сложный Ну, не учитывая, вопрос. что Бестмастер сейчас явно его будут нерфить. Сложный вопрос, потому что подобные премейды мы еще толком не тестировали все, но в целом комбинации различных классов, мне кажется, дадут наибольший результат, в том числе и варьера, конечно же. То есть набирать там в 5 на 5 более одного варьора смысла не имеет. С другой стороны, одного хотелось бы иметь, чтобы тебя те же лучники и прочие не расстреливали на рендже, не подпуская к себе. То есть, да, нужен один. Один нужен. А остальные ДД-классы, вот ДД-классы реально могут варьироваться. Именно в групповом ПВП. Но он А так вот нужен, как варьор нет. контроль, Но как он как контрольщик. скорее, не как даже контроль. Как контроль он тоже свою роль сыграет. Он сыграет скорее больше свою роль, чтобы именно не расстреливали издалека, то есть, чтобы именно сошлись в миле, чтобы дать возможность Я понял. сойтись в миле. А он издалека расстреливали, он только физический урон или магический урон тоже это Магические абсорбирует? тоже блокируют. То есть все, понял. Хорошо. А когда уже пойдет мили пьянка, он там поможет и блокировать. Вот чем он очень хорош, сам он убивать не может, но он отлично помогает другим убивать. То есть, реально, PvP Black Desert очень динамичная. Классы, они буквально Вот. летают по полю боя. Да, Варьор вот. может легко законтролить персонаж. То есть банально нажимаешь одну кнопку, когда этот персонаж находится рядом с тобой, да, он его хватает. Сам он урона много им не нанесет, там, схватив и повалив на землю. Но он делает анимацию. Эта анимация довольно длительная, секунды 3-4, то есть там что-то он делает с ним. И вот пока эти 3-4 секунды идут, остальная пати легко может и радостно вливать в дамаг чувака, которого держит Варио. Тем И же самым. эскейпом это не скинуть анимацию. Ну, иногда скидывается. Ну, в смысле, нет, не эскейпом скидывается. Персонаж может, противник, вырваться. Бывает такое. Иногда вырывается, иногда не вырывается. То есть там тоже какие-то то ли резисты, то ли сопротивление от этого есть. Еще до конца не разобрались. Но у гиганта тоже аналогично есть умение. То есть когда он хватает, там таскает этого персонажа, держит его над головой. То есть очень тоже хорошо контролит. И Варио тоже хорошо в этом плане действует. Хорошо, спасибо. Исчерпывающе. 11-й вопрос из 16. Значит, тоже тезисно. То, что первое приходит в голову, сразу прошу. Общие ПВП и ПВЕ советы. ПВП и ПВЕ советы. Но ПВ... ПВП ПВП и Не ПВЕ. ходите один. Не ходите один, да. Забудьте, скорее всего, про ПВП соло. Старайтесь все-таки координироваться наиболее удобные, приятные классы для игры с варьером. На мой вкус, это лучница. Лучница очень отлично вливает дэмэдж. Просто колоссальный дэмэдж в цель, которая находится на месте. Аналогично и сорка делает. То есть, если гигант и наша траммерша очень, так скажем, мобильная, ну, достаточно мобильная, они вообще дерутся в ближнем бою, им особо их не парит. Двигается при этом цель, не двигается, они вслед за ней скачут, как умалишенные.
А вот, чтобы разрядить пулемет лучницы или там накастовать супер-мега-шарик, который может практически ваншотнуть персонажа, очень удобно, если бы цель была бы зафиксирована. Поэтому именно с оркой это было бы здорово. То есть с орки это, знаете, вопрос именно удобства. Вот Вариору удобно играть вместе с оркой и с лучницей вдвоем. То есть когда он собирает толпу мобов, да, там ставит щит, мобы стоят плотненько, плотненькой кучкой, и лучница без труда, буквально одним скиллом, ложит их всех. Когда она сама это собирает, мобы начинают ее обходить, ей не так это удобно. Да, она тоже может, но комфорт не тот, так скажем. Еще и Ну, хп понятно, да, теряет. еще надо прыгаться, там надо Да, что-то да, двигаться, да. куда-то контролировать. А Зачем? вот с этим Зачем это все делать, парнем если есть вариор? Понятно. все удобно и комфортно. Понятно. Так, хорошо. А по ПВЕ что-то? Ну, в принципе, Это объединил, и я понял. ПВЕ, и Да, ПВП. хорошо. Да, то есть это персонаж именно для партийной игры. Старайтесь кооперироваться, надо четко понимать, на кой черт он нужен, иначе реально с определенного момента вы начнете понимать то, что ну вы мало дэмэджа наносите, да, то есть вам очень тяжело убить другого Что вы персонажа. чужой на этом празднике жизни. Да. Так, тогда вопрос 12. Как и где лучше качать... секундочку. Как и где лучше качаться? Ну, это, в принципе, для... На абсолютно там же, где и всем остальным классам, собираете мобов побольше по своему левелу и зафигачите его своими АОЕшками. Благо у Вариора некоторые из них есть. Конечно, не такие удобные, как у других классов, но как бы то ни было, есть. Но я бы сказал, что Вариор, пожалуй, даже наихудшие АОЕ умения из всех классов. Но, тем не менее, они есть и качается он именно ими, как и любой другой. Но их апнут, их должны апнуть, если увидят. Хотя Корея это Нет, так просто все. смотри, мобы Black Desert, они стараются показать свой интеллект. Если ты, грубо говоря, собрал 10, там, 20 мобов, половина из них как минимум попробует тебя обойти со стороны сзади. А у Варьера большинство скиллов наносит дэмэдж перед ним, наиболее мощные. То есть, когда они начинают обходить, ты в итоге скиллы разрядил, они гады тебя сзади пинают, ну неудобно. Гигант он просто вокруг себя долбит, таймер всех Ну, вокруг гигантом я себя. играл, да. Да, то есть они Там... вообще насчет этого не парятся. Вы Да. обходитесь. Так, хорошо. Есть, напомни мне, есть в игре собирательство? Да. Тогда вопрос такой, какой крафт и собирательство взять для варьера? Ну, грубо говоря, Но взять, они я не имею в виду, что выбираются, качать. они Ну, я имею в виду, качаются что абсолютно. обратить внимание, чтобы А, его, но родные. видите ли, собирательство, оно здесь объединено все в одно. То есть собираешь ли ты дерево, цветочки, либо руду, это все одно, один тип. Хорошо, какой крафт? Какой крафт надо взять ему? Крафт также как таковой не различается, если вы крафтите броню или что-либо Не, ну другое. что ему броню? Ему нужно еду делать, либо броню себе лучше. Конечно, броню. Простос-то где? Но Не оружие, броню броню. даже делать пока еще под вопросом. Вообще надо броню, конечно, делать и стараться ее улучшать. Есть там такая тема. А мне до сих пор кажется, что один из лучших сетов на Варьор это сет синенький. Он увеличивает ему его энергию. Другим классом он эту энергию не увеличивает, как и МП. То есть этот сет исключительно, можно сказать, для Вариора. У него очень высокие показатели защиты. Он увеличивает переносимый вес. Раньше он еще очень стильно в нем смотрелся, до того, как корейцы все опошлили. Но вот этот сет, собственно, его делаешь, а потом по текущей системе перекрафчиваешь его до синьки. Сначала зеленый, он потом делаешь из него синий, а потом уже желтый, чтобы еще больше армора, еще больше брони. Ну, понимаешь. То есть, подожди, а он внешне меняется, когда апается? Нет. То есть, грубо говоря, ты можешь ходить в этом синем бронике всю жизнь и вечно в одной броне? Ну, там есть костюмы на внешний вид, за реал, А, то есть можно, да, получается. как-то... Да. Ну, это ладно, реал не реал, это главное, что есть возможность сменить, потому что... Но его красить можно еще. Ну, красить, ну это что это такое красить? Я бы Нет, кто так. вообще это придумал покраску брони, эту краску бы засунул, Не, потому что это нереально. покраска работает, кстати, нормально. Красить нужно плащи, там, какие-то шапки, сумки, Нет, какие-то ну седла. покраска брони это условно так называется. А, Ты ну-ка. заходишь там банально в покраску брони, там же у него элементов дофига. Покрасить левый там ремешок на наплечнике Но он буквально. будет такой же все время, понимаешь, ремешок. Просто цвет Да, поменяет. да. Ну, я просто на мой вкус все-таки. Да, ты еще не видел, что они сделали. Они сейчас всю эту броня на все выглядит одинаково, если не покупная. То есть раньше было 4 вида сетов, по сути. На ХП черный, черный, красный, белый и синий. Они все были достаточно прикольные и выглядели прикольно. Что корейцы сделали? Все, что прикольно выглядело, они убрали, сделали сеты одинаковые.
То есть сам внешний вид теперь практически у всех сетов одинаковый. Все выглядят отстойно в равной степени. А вот этот внешний вид, который старый был у них, добавили в шоп. Отличный Просто. ход. Ну, Просто ну. такой супер бизнес. То есть мы такие заходим. О, обновление шопа. Глядите, вот это старый вид костюма лучницы синего сета. А вот Не, это ну магичка. в бете они имеют право это делать, но все равно это Остап Да Бендер. ладно, гвоздь в голову вбить за такое. Да, но это как бы по идее мы не должны были это видеть. Это они имеют право тестировать, все-таки бета, все-таки не Ну да. релиз. Но зато Вот. игроки, которые играют, теперь не понимают, почему у меня Ну, магичка эти в четырех игроки, халатах знаешь, разных ходит одних и тех же. вот есть, хорошо. Так, давай уже подходим к концу. Ну, собственно, рекомендации по экипировке и бонусам ты частично уже рассказал на всего Да, ну качественно в там, ну протяжении это именно всего сеты стрима. там, по сути. Больше ты ничего не порекомендуешь, потому Ну, что... какой сет? Хорошо, к чему ему стремиться первый сет? Вот этот Синий синенький? сет. Синий сет. Просто он варьерский, родной варьерский синий Да, сет. да. Хорошо, окей. Ну и такой вопрос последний, 16-й. Варьер, как быстрее всего заработать первый голд? На чем заработать, как бы, важность денег там и так далее? Бейте мобов. Деньги важны всем. И в больших количествах. Чем больше, тем лучше. Прежде всего, варьеру стремиться, если... Я такой бы совет дал. Прежде всего, стремитесь увеличить собственную защиту. То есть, возможно, даже протачивайте, ну, и оружие, само собой, до безопасной заточки, но и не пренебрегайте точкой щита. Щит точите обязательно, Ну берите а зачем вижены. ему оружие? Он все равно дамаг, даже если заточит, не будет Но наносить надо как. какой-то дэмэдж наносить, Ну чтобы мог понятно, то есть не убивать. надо, то есть, ну, в основном надо понимать, что Нет, он. там в основном идет градация все-таки от света бижи. То есть там есть бижа красненькая на атаку, желтенькая на защиту. Набирайте желтенькой на защиту. Постарайтесь как можно все-таки То есть это увеличить такой собственную файтер защиту. получается, который качается на стамину, то есть, ну, Да. грубо говоря, то есть вообще. Понятно, слушай, ну, в принципе, ты что-нибудь можешь добавить от себя Да, вообще в я целом? могу. На правах рекламы сегодня в магазин добавили костюм рыбы. Рыбы? Рыбы. Последним обновлением был костюм кролика с помпончиком сзади, ушками и носиком. А вот сегодня рыбу добавили. Но я подозреваю, что это просто в Корее как-то без этого нельзя. Если этого нет, тогда это не считается МРПГ. Не, В просто Корее все это не может ждали, быть. когда добавят. Вот, не, просто Black Desert очень суровый такой мрачный мир, да, темное средневековье. И вот эти костюмы зайчиков и рыб, они просто настолько не вписывают, что это огонь. Ну, там на мир вообще, да, в принципе, как в вечере, в Да, вот Ведьмаке. то есть вот представь себе Ведьмака в костюме Женщина там зайчика. такой, да, как бы. Ну, это Корея, понимаешь? Это у них Да. все-таки. Но Что, это это, надо понимать, и инвестиционная культура. разработчик, это издатель танцует, так скажем, и пляшет по-своему. Ну, надеюсь, нас будет слышать кто-нибудь из локализаторов, они как бы эту тему. Ну, просто она, у нас с зайчиками никто не будет бегать. Это же не Парапа, да, какая-то, где вот, где там все брони, все, блин, эти, вся игра про вот такие костюмы. Ну, не знаю, как бы. Меня, в принципе, не парит, но я и небольшой фанат. Лучше бы, конечно, все-таки. Вот. Ничего не имею, если бы добавили какой-нибудь шутовской колпак, там, знаешь, или какую-нибудь такую Да нет, шутовскую. просто что-нибудь более стильное, такие, там, не знаю, банальную, старенькую добрую повязку на глаз, там, чем-нибудь шапку. Гультик какой-нибудь там. Ну да, там, хоть что-нибудь такое, В перевязь клеточку. какую-нибудь, Вот. ножны. Ну, да, я согласен абсолютно. Значит, спасибо тебе. Спасибо тебе. Значит, у нас запланировано. Кстати говоря, у нас мы запустили базу. Там база, сервер статус, блюпост. Потом блюпост это то, что пишут локализаторы, разработчики, то есть, ну, у нас локализаторы, да, то, что они пишут, они в одном месте собираются у нас в одну ленту. Значит, база предметов, этот сайт называется blackdesert.pro. Потом Black Ну, Desert, ссылочка будет прямо под видео. да, значит, blackdesertonline.ru — это наш форум, наш сайт, где нас можно найти. И вот. И вот, ребят, спасибо вам за то, что слушали А! нас. Да, и это первый подкаст такого плана про классы. Мы пройдемся по всем классам, потом мы Не пройдемся только по ней. по ключевым каким-то вопросам, да, чтобы куда там самым первым пойти. Ну, для чайников такие вот сделаем. Вот, чтобы шпаргалки для начала
по игре. Это наша сугубо наша инициатива. Вот, Сгара. Значит, хотим помочь. Ну, в принципе, мы то же самое делали по Архейджу, стараемся делать по другим играм, но как бы вот я думаю, что если кому-то поможет, будет отлично. Не забывайте подписываться и следите Да. за новостями на сайте blackdesertonline.ru и gog.ru. Всем пока! Да.